Мы приступили к решающей фазе сноса кинотеатра «Камчатка». У этого здания есть дефицит сейсмостойкости, и необходимо было бы его снести. Стоимость начальная сноса здания составляет 23 миллиона рублей. В настоящий момент объявлен аукцион. Мы ждем на этот аукцион все абсолютно строительные компании, имеющие соответствующие лицензии. Если кто-то предложит цену за 600 тысяч рублей снести, за 1,5 миллиона, мы будем безумно рады, если появится такая организация, за такую цену снесет, утилизирует мусор соответствующим образом со всеми экологическими выкладками, которые должны быть. Это будет прекрасно.